Всем привет! Меня зовут Юлия Власова. Я художник из Санкт-Петербурга. Посетив экваториальную Гвинею в качестве приглашенного художника по боди-арту, мы вместе с моими коллегами создали много креативных и ярких образов. Я буквально влюбилась в красоту местных девушек. Они такие живые, эмоциональные, настолько настоящие, что мне захотелось нарисовать серию портретов. Результат вы сможете увидеть на моей выставке в Экваториальной Гвинее уже в середине января.